Осторожно тут. Мира, кому кит перезал? Петя! Осторожно, дерьмо. Пять пинает. Так могут, так делать. Что тут делать? Что? Я просил не пинать, пожалуйста, а? Пинаешь? Снимает же. Ты сам подошел ко мне. В смысле, я пропустил, я посадил на свое место. Ай, понял, не буду ругаться вообще. Не буду ругаться вообще. Сам достал же мне. В смысле достал я? Ладно, не буду ругаться. Юра, где находишься? Снимать мешает. Как-то надо дела. Вы специально приехали, помогайте. Юра! Ой, не, где да? Есть чаши или кран? Где сказал? Где? Там есть. Уважаемые жители поселения Москасов, я буду сладать, чего сладать должен был. Вы его критиковать Андрей, пожалуйста. И мы не галашим где. Поэтому он щит мужчин, первым куда присутствует тот, где вместимость позволяет, но как 50%. Также бор Бернгунда приглашенные также хозяин желание изъявиться дуза гильнский земде бурнде местный житель зам большинство
По поводу, по этому, по вопросам, которые волнуют всех, наверное, потом будет, скорее всего, мнение Галашинде, учитывая то, что только местный житель Камбундабарначердянде, как бы. И плюс еще приглашен на Зене, и Камзан заявка Барза за 3 дня до сегодняшнего публичного слушания сейчас Зене с Махпарапар. Регламент такой. Чем бы, если Сер не против, начнем, наверное, да? Чуть пораньше. Давайте начнем. Да, спасибо. Или против Пордыки Калар Рарах. Чтобы двоя камбу выглядели. Уважаемые присутствующие, в соответствии с решением... В соответствии с решением собрания депутатов Москосинского сельского поселения от 21 декабря 2021 года номер С22/1 сегодня проводится публичное слушание по проекту решения собрания депутатов Москосинского сельского поселения Маргаушского района Чувашской республики о согласии на преобразование муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Маргаушского района Чувашской республики, и наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Маргаушский муниципальный округ Чувашской республики с административным центром в селе Маргауши. Место и время проведения публичного слушания: Чувашская республика, Маргаушский район, деревня Москокосы, улица Московская, дом номер 54А, 18.00, 28 января 2022 года, в зале Москосинского сельского дома культуры. На публичном слушании присутствуют депутаты собрания Москогостинского сельского поселения Маргаушского района, также присутствуют жители Москогостинского сельского поселения, также присутствуют депутаты Маргаушского районного собрания депутатов. Заявление поступило от Макарова Евгения Дмитриевича, также заявление поступило от главы администрации Маргаушского района Ярослава Николаевича Тимофеева, также от Тимофеева Ольги Вениаминовны и начальника отдела Смирнова Натальи Константиновны Маргаушского района. Предлагаю следующий регламент работы слушаний. Время для основного доклада. Основной доклад где-то минут 10-15, грубо 15. Для выступления не более 5 минут. Каждый может выступить. Вопрос задавать как в письменном, ну, можете задавать в Кундаланде, так и в устной форме. Докладчик всем, батне, как бы вопросам по УМАС, зам свое мнение скажут мне, так же, как и местные жители по поводу этих вопросов, то вообще, ко мне есть что сказать, свое мнение скажут. Дискуссия именно противоречие Шоцервейла, давайте вступать в УМАС, Москогайцы поселений не хамырне кадардапар с хорошей стороны, чтобы перед остальным потом стыдно не было. Спасибо. Почему докладчикам вопросы задавать нельзя? Почему не можем задавать вопросы? Каждый будет докладывать и при своем выступлении будешь этот... объяснять, но вопросы задавать. Денис, я понял, мне вопрос первый поднятый. Потому что, да, если каждый вопросом задает, то сбор разгазаться. Не будем просто всего лишь чего-то. Денис, ай, вопрос, мы берем вопрос вообще. Подожди. Я понял вообще, блядь. Так, Айдам Майбин, Ергелинзе Бурапар тогда. Уважаемый участник слушания. А что бьют или кого бьют? Уважаемый, полиция жёг кибер, да? Полиция, блядь. Так и подвели, ну ладно. Уважаемый участник слушания, просьба соблюдать утвержденный регламент. Регламент первый этот составлялся с учетом положения о публичном слушании и устава сельского поселения. Так, протокол публичного слушания ведется секретариатом, заместителем главы администрации Москосинского сельского поселения Мостова Валентина Валерьевна. Так, проект решения собрания депутатов Москосинского сельского поселения Маргаушского района Чувашской республики о согласии на преобразование муниципального образования путем объединения всех поселений,
входящий в состав Моргаврского района Чувашской Республики, и наделение вновь образовавшегося муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Моргаврский муниципальный округ Чувашской Республики с административным центром села Моргаврское было опубликовано газета «Вестник» Москосинского сельского поселения от 22 декабря 2021 года, номер 29. На сегодня предложений и мнений как бы не поступало. Переходим к рассмотрению вопроса. Вот. Данная инициатива отвечает жизненным интересам сельского поселения. При создании муниципального округа гарантируется сохранение всех льгот для жителей сельского поселения, также объединение поселений в муниципальный округ. Позволит получить значительную экономию бюджетных средств, которые будут направлены на решение важных хозяйственных задач. Разъясняю участникам публичных слушаний, что в ходе преобразования доступности власти останется прежней. Жители сельского поселения продолжат получать необходимые муниципальные услуги по месту своего жительства. Важное преимущество от создания муниципального округа является введение единого механизма управления, создание четкой и полной вертикали власти. Один глава, один председательный орган, одна администрация. Один орган местного самоуправления несет всю полноту ответственности муниципальный округ, будет иметь единый бюджет и план развития территории. Один центр принятия решения, объединение сельских поселений в один муниципальный округ, повысит эффективность решения актуальных вопросов местного значения, позволит сократить сроки подготовки и принятия управленческих решений, обеспечивать оперативную реакцию власти на жизненные потребности населения. Объединенные средства можно будет направлять на решение не только проблем и первоначальных задач, но и на реализацию коммунальных комплексных долгосрочных программ и планов, в том числе на условиях сформирования из республиканского федерального бюджета, требующих больших финансовых ресурсов. Таким образом, появится реальная возможность усиления экономической базы, объединения муниципальных образований, реализации крупных проектов по строительству, благоустройству, капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры, совместного решения тех вопросов местного значения, которые усилиями должны нижнего последнического звена решения было раньше было это решение невозможно. Без внимания не останется. Ни один населенный пункт. Так, преобразование сельского поселения, введенный округ в конечном итоге приведет к... По окончанию придется сбалансированному развитию сельских территорий, повышение зарплат специалистов. Есть предложение представить слово для выступления руководительных структур подразделения администрации района. Администрация района, зачем что-то на Лепхам Берги. Лепхам не Галарм Джак. Значит, это... Представитель администрации района. Илья Николаевич, может, он? Прямо, сядь, пожалуйста. Давай, прямо. Наталья Константиновна. Давно уже такого клуба не было, с тех самых пор, когда я здесь проходили концерты, когда я шла, да, очень приятно видеть вас со своим мнением. Останавливаясь на публичном слушании, хочу остановиться на словах главы Чувашской Республики Олега Александровича Николаева. Важно, чтобы единая система публичной власти обеспечивала все права и свободы граждан страны,
обеспечивала население всеми стандартами современной жизни. И чтобы эти стандарты были достигнутыми, качественными и безопасными, синхронизированы с иными жизненными процессами, независимо, где проживает человек, в большом городе, либо в маленьком сельском поселении. Качественно. То, что сейчас вот Денис Валерьевич сказал, проект закона и закон Чувашской Республики о преобразовании сельских поселений, муниципальные округа, говорит о том, что вносятся изменения в действующий порядок организации деятельности органов местного самоуправления. Что это означает? В принципе, по большей степени, кардинальных больших изменений, которые повлекут какие-то катастрофические последствия, нет. Как остановился Денис Валерьевич, те же самые полномочия, которые были закреплены федеральным законом об организации деятельности органов местного самоуправления, который был утвержден 6 октября 2013 года об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, эти полномочия те же и остаются. В соответствии с конституционными основами единства публичной власти законопроектом усматривается обновленная модель организации и деятельности органов местного самоуправления. Законопроект предусматривает уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях приведения ее в соответствие с правовой природой местного самоуправления. Вопросы местного значения являются одним из элементов компетенции органов местного самоуправления. При этом, исходя из действующих формулировок, конкурируют по содержанию закрепленными федеральных законов полномочиями. Законопроектом предусматривается закрепление непосредственно полномочий органов местного самоуправления. Структура органов местного самоуправления остается неизменной. Это немаловажно. Ее составляют представительный орган муниципального образования, то есть это собрание депутатов, глава муниципального образования, местная администрация, орган муниципального образования, иные органы, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. Законопроектом предусматривается единственный способ формирования представительного органа муниципального образования путем проведения муниципальных выборов. Усиливается ответственность глав муниципальных образований и глав местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Законопроектом обеспечивается синхронизация сроков полномочий главы муниципального образования, избранного представительным органом муниципального образования и своего состава, и исполняющего полномочия представителя представительного органа муниципального образования. В соответствии с принципом единства системы публичной власти, глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно замещает государственную должность субъекта Российской Федерации и муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления, под которыми понимается лицо, замещающее муниципальную должность, либо заключившее контракт трудовой договор, наделенный в соответствии с уставом муниципального образования исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения и по организации деятельности органа местного самоуправления, устанавливается единый срок полномочий – 5 лет. В целях исполнения постановления Конституционного суда Российской Федерации от 23 ноября 2021 года номер 50-П законопроектом предусматривается, что избрание главы муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования представительному органу муниципального образования и своего состава проводится, как правило, на первом заседании представительного органа муниципального образования нового созыва.
Если кандидат на должность главы муниципального образования не набрал необходимое число голосов, полномочия главы муниципального образования для дня избрания главы муниципального образования в установленном порядке и вступление его в должность в торжественной обстановке в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования, временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат представительного органа. Также законопроектом предлагается установить, что полномочия главы муниципального образования, избранного представительным органом муниципального образования, начинаются со дня его избрания и вступления в должность в торжественной обстановке в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования, и прекращаются в день проведения представительным органом муниципального образования нового заседания. Законопроектом уточняется перечень форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Наряду с предусмотренным законопроектом формами непосредственного осуществления населения местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, настоящему федеральному закону и иным федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации. Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется переход к одноуровневой организации местного самоуправления. Останавливаясь на полномочиях органов местного самоуправления, хочу сказать, что те полномочия, которые касаются бюджета, они остаются на сельском поселении. Та же самая работа специалистов ВУЗ, участие в осуществлении мероприятий первичного военного учета граждан, проживающих или пребывающих на подведомственных территориях, также остается. Принимают граждан на первичный воинский учет, выявляют совместно с органами внутренних дел тех, кто уклоняется от прохождения военной службы и так далее. Те же самые полномочия сохраняются по организации деятельности тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, благоустройства территорий, работы с населением, работы с надзорными и вышестоящими органами, подготовка исходной документации, подписание контрактов на производство работ. Все это остается в сельском поселении. Организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения. Все остается в сельском поселении. По самовольным постройкам. Выявление самовольных построек, принятие решений, опять же на сельском поселении, выдача разрешения на строительство, обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма, ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку, имущественные вопросы, учет граждан, имеющих право на социальные выплаты, строительство и содержание дорог, остановочных павильонов. То есть это оперативный контроль за качеством выполнения работ, доклады о выявленных недостатках, проведение проверок и так далее. То есть все полномочия, которые предусмотрены федеральным законом, после преобразования в муниципальные округа остаются при сельских поселениях. От себя лично хочу сказать, поскольку я более 7 лет работала в именно с представительным органом Маргаушского района, работал непосредственно с депутатами сельских поселений, депутатами районного собрания депутатов. Хочу сказать следующее. При преобразовании будет больше развиваться институт старост. В принципе, на сегодняшний день большинство депутатов сельского поселения – это выбранные должностные лица из старост. Кроме этого, то, что вводятся в жизнь новые какие-то законы, да, это пугает, это настораживает. Но все, что делается, я надеюсь, я верю в это, что делается в интересах населения, которое проживает на территории Маргаушского района и Чувашской республики. Поэтому я прошу принимать взвешенные решения, холодный расчет и не идти на поводу у каких-то мимолетных, вспыльчивых, каких-то импульсивных решений. Спасибо за внимание. Вы сейчас о чем говорите вообще? Вы же не по повестке даже сказали. Давайте докладчик сам дальше продолжим. Евгений Дмитриевич, слово возьмете? Спасибо. Евгений Дмитриевич, депутат Маргаушского района, собрание и
Председатель комитета. Председатель комиссии по этике. Председатель комиссии по этике. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые жители Подскокосинского поселения. Сейчас нам руководство республики и руководство района предлагает одобрить или не одобрить очень серьезный законопроект, вернее не законопроект, а ходатайствует перед, в данном случае, собранием депутатов поселения. Здесь, сейчас практически зачитали, проект закона, который как бы должен будет действовать через определенное время. Что же нам даст этот закон в будущем? Если вы слушаете внимательно выступление президента, первых лиц регионов, критериями оценки любого чиновника, любого выбранного, назначенного, это, извините, рост рождаемости, рост заработной платы и увеличение количества рабочих мест. Вот хотелось бы, чтобы, когда мы примем этот закон, вернее, он будет принят, и мы будем пользоваться законом новым, и будем жить в новом муниципальном образовании, чтобы через 5 лет руководитель территориального органа мог сказать, что да, вот были такие показатели, а сейчас через 5-6 лет стали такие. Следовательно, этот закон, он уместен был, он был востребован, и мы пользуемся тем законом, который действительно нам нужен. Я на одном из собраний, публичных слушаний сказал, скажите мне, пожалуйста, выступающий, что вы ответите через 5 лет? Конечно же, сейчас никто это сказать не может. Если серьезно подойти к рассмотрению этого вопроса, конечно же, я лично как депутат и при общении с некоторыми коллегами за, чтобы мы ходатайствовали, чтобы депутаты поселения, последующие депутаты районного собрания депутатов сказали «да», значит, образование нового муниципального образования, а именно муниципальный Маргаровский муниципальный округ. Но мы понимаем, что когда начнет действовать этот закон, произойдет концентрация власти в руках главы района, который будет выполнять функции главы администрации района. Для того, чтобы не было, если так просто сказать, вопросов к этому должностному лицу, один из путей решения проблем – это прямые тайные голосования этого на должность, на эту должность. Так как, следующее, так как все депутаты поселенческого уровня, их уже не будет, те депутаты районного уровня, их у нас 19 человек, конечно же, некоторую свою значимость без депутатов сельского поселения, наверное, потеряют связь с избирателями, со своими избирателями. Для того, чтобы и это как-то сгладить, не как-то сгладить, и чтобы быть в гуще, жить вместе с избирателями, знать нужды, проблемы, которые имеют системный характер. Мое предложение было, это чтобы председатель собрания депутатов и ряд депутатов, это в пределах 2-3, наверное, чтобы исполняли свои депутатские обязанности на постоянной основе. Это дает возможность реально знать проблемы района, проблемы жителей в первую очередь. Вот здесь Наталья Константиновна сказала, что возрастает ответственность перед руководством республики. Никто не отрицает, но в первую очередь должна быть любого чиновника ответственность перед избирателями, перед народом, который доверит ему тот или иной, в данном случае, пост. Ну и
тоже у меня было предложение, чтобы на уровне и района, и поселения, чтобы нынешние сотрудники смогли в рабочем порядке выезжать в те регионы, где уже это практикуется, с чем они столкнулись, какие трудности, какие сложные проблемы служебной деятельности у них возникают. Завершая свое выступление, хочу сказать, значит, еще раз, полагаю, что на данном этапе вот этот метод преобразования, значит, муниципальный округ, он своевременен и нужен. Вот это по существу. Ну и следующее. Вот этот товарищ, который себе вот эту выходку позволил, здесь, конечно, действительно нет сотрудников правоохранительных органов, я предлагаю вам, Денис Валерьевич, официально обратиться, чтобы его привлекли за, ну, скажем так, такой дерзкий вызов всем, кто здесь присутствует. Спасибо вам. По поводу этот присутствующих. Вы опоздали, мы регламент с учетом положения сельского поселения и уставом сельского поселения зачитали всем. Кто хотел участвовать в докладе, те должны были представить нам извещение до назначения публичных слушаний в течение 3 дней. Поступило извещение только от главы администрации Маргородского района Ростислава Николаевича Евгения Дмитриевича и также от Натальи Константиновны и Тимофеева Ольги Вениаминовны. Остальных не поступало. Вот. А остальные депутаты, которые тут некоторые присутствуют, районные и местные сельского поселения, они жители нашего Москосинского сельского поселения, поэтому им слово предоставляется как бы само собой. Вот. Видите, а можно вопрос поставить? Нет. Я думаю, здесь, наверное, ничего страшного не будет, если люди... Подождите, давайте соблюдать регламент. Я вот местных жителей тоже ознакомил. Нам нужно провести эти публичные слушания, чтобы потом перед людьми и местными жителями и остальными, потому что присутствует пресса, стыдно не было. Давайте соблюдать вот. Сейчас дальше продолжим. Давайте поставим на голосование. Подождите. Подождите. Давайте устраивать не будем вот это. Вы... Александр, да, вы как депутат Госсовета, ведите себя тоже, пожалуйста, как депутат Госсовета, поскольку вы народный избранник. Давайте вот местные жители выговорятся по поводу этого, и которые подали заявку. Вот. Так, продолжаем дальше. Спасибо. Михаил Васильевич, давай слово. Михаил Васильевич, местный житель, также представляет депутат Маргарского района собрания. Спасибо. Принимает новый закон совсем другой. Первое решение было принято 25 января. При этом постановление, я думаю, в законе, для местного населения прав намного меньше будет, Между администрацией и местным населением образуется вакуум. Эти последствия очень негативно повлияют на любых вопросах, касаемые местных жителей. А вот этот закон, это публичное слушание, которое должны принять Чувашская СМИ до 2024 года, она будет принята все-таки, и несмотря ни за что, по России до 28 года, как я знаю. Вот, исходя из этих соображений, вопрос появится опять, китайский вопрос это, однозначно уже 100%. Этот вопрос, если поднимется, конечно, будет очень тяжело завоевать его обратно, который мы завоевали 2-3 года назад, в 2018 году. Исходя из этих соображений, я, в общем, сегодня воздержусь от такого закона образования своего округа. Я вот здесь выскажу свое мнение, что я против на сегодняшний день. А дальше покажет. Потому что впереди паровоза я бегать, или впереди телеги я бегать не умею. Я всегда головой мышцую,
и думаю, и многие, кто, как я думаю, мне держит. Дякую. На сегодняшний день. Спасибо. Продолжаем дальше. Петр является депутатом Маргаушского района. Спасибо. Одну секундочку, конечно, значит. Немного, может, не по теме, Денис Валерьевич. Просто я вам хочу, значит, известность поставить. Вчера, значит... Микрофон у меня, да? Одну секундочку, просто, это, значит, в 2012 году, значит, собрание депутатов 5-го созыва еще, значит, 27 января избрало главой Маргаушского района Вячеслава Николаевича Тимофеева. Я поэтому, значит, просто маленький порцию хорошего. Значит, ему вот 10 лет, смотря на положение, с 17 года 5 звёздочек. Самогон, что ли? Что это? Нет, я обманываю, что это самогон. Просто, ну, бочку меда хотя бы надо, бочку делать. Так, это, значит, ладно, теперь немного, конечно, немного похуже. Я, конечно, тут Денис Валерьевич очень сильно у нас, это самое, постоянно давит на меня, конечно, вот-вот-вот, значит. Ой, сейчас, одну секунду, первую страницу найду-то. Вот буквально в понедельник я при нем разговаривал, значит, с Нижегородской областью, есть там северный район Таншаевский. И, в общем, с тремя человеками громкую связь включил сразу, буквально первый связь с ними, я уже лет 10 не созванивался. Вот. Я говорю, что случилось у вас после этого, значит, как округ создали? Они округ создали уже, по-моему, даже там, в 10-х годах даже начинали создавать, по-моему, да, если я не ошибаюсь. В общем-то, говорит, лучше стало только, значит, вот у них там, где поселки там, где вот центр там, значит, они создали, значит, сначала три, это муниципальных округа было, значит, по всем районе, ну, это, как они назвали, отдела. Потом, значит, сделали вроде 5. Как они сделали, значит, объединили по 20 советов. Это поселковый и сельский совет, в общем-то. Вот, поселковых, где вот были, значит, у них немного получше, конечно, говорит, а у нас ничем лучше не стало, даже хуже, говорит, народ с села уходит, в общем-то, и там, вот, я говорю, как водоснабжение? Водоснабжение, говорит, взяло ЖКО, ага, ну, у них там прямо, вот, действительно, у них вот так у нас вот москосы, лесные хачки, вот это сам полевые хачки, вот так вот примерно расположены, вот все деревни, вот это вот, у них довольно-таки компактно, потому что, у нас, говорит, это же от самого, говорит, ага, вот, ну, поселковый ЖКО, значит, взял на себя. Но если, говорю, вот сейчас у нас вот, Илья Николаевич, ты посчитай, по коте не кубометр, за кубометр они платят за воду. Значит, вот, по коте нет, ты возьмешь вот это вот наше поселение. А? 100 рублей за куб или как? Вообще. А? По таким, вот, вообще не возьмешь, вот поэтому я говорю, а, по таким ценам мы, значит, а? Одну секундочку, просто давайте, значит, по таким ценам, значит, там, забудьте про коров, забудьте про огороды, и поливать не сможете, и ничего не сможете вы потом, а, идите, останьтесь с нами, ну, легче будет вам в магазине покупать, все, и дешевле станет, потому что так у них получается, как говорится, у них, ладно, хорошо, у них подешевле там получается, еще из-за того, что вот, это, ну, совсем там 2 километра еще, всего лишь. А. Далее, значит, ну, я сказал, вот они вот так вот пошли, значит. Одну секундочку, что-то я тут чуть-чуть запутался в своих бумагах, извините. Сейчас найду. Ага. Ну, ладно, теперь по сути дела, значит. Насчет дублирования полномочий. По-моему, никаких дублирования полномочий нет. Практически никакого дублирования даже нет. Есть как называемой вертикаль власти, есть полномочия района, есть полномочия поселения. Я вообще не понимаю здесь, значит, а? Как, все буквально в уставах расписано до последней точки. Какое там дублирование, что вы там находите, значит, еще никто параллельными вопросами не занимается. Совместно занимаются, а дублированием никто не занимается. А. Теперь сбалансирование развития территории, там, как, да, там, значит, единый бюджет, все такое, значит, а? У нас она и так нормально, по-моему, все, в последнее время. А.
Если мы все сейчас в одно место объединим, значит, сделаем одну Москву, значит, маленькую, это из Маргауши, значит, ага, значит, ну, вы знаете, значит, Маргауши, да, ой, в Москве, значит, там по два раза паркет могут на дорожках менять, а мы тут дорогу даже не можем камнем постелить, говорится, да, тяжелый случай. Всего лишь Москва живет, говорится, ага, а деревня как будет там, все такое. Мне так кажется вот это все. Я до конца договорюсь, значит, далее, значит, от самого, значит, ага. Так. Мне просто кажется, сначала, значит, весь этот механизм надо наладить, вот, все это, а уже потом к этому приступать только. Далее, значит, убирая сельских депутатов, значит, да, мы убираем весь сельский актив практически. Практически, потому что это именно они, инициаторы и, в принципе, возглавляющие у нас все эти начинания, значит, все это, сейчас, то, что мы за последние, по крайней мере, я по примеру нашего поселения говорю, за последние годы все это, вот, значит, именно, значит, благодаря, конечно, Ильям Денис Валерьевич тоже, конечно, вот, но все эти начинания, если бы мы их не поддерживали, вот, старосты, это самые депутаты, значит, это у нас бы и половина не свершилась бы. Ну, правда, я сразу скажу, очень большая помощь от администрации района. Мы как-то вот находили с ними общий язык. И лично Ростислав Николаевичу, я вам честно говорю, мы очень благодарны, потому что бывало ругались, бывало так. Но он человек очень отходчивый, не злопамятный, и мы как-то все равно приходили к одному знаменателю. Теперь насчет экономии на выборах. Знаете, я что-то на своей памяти вот не помню, чтобы мы, значит, они как говорят, значит, на сельские выбора какие-то большие деньги тратили. Они всегда проходили у нас, по-моему, вместе с выборами по рангам выше. Один раз только был, по-моему, да, в прошлом созыве районного депутата мы переизбирали. Всего лишь. А в сельское поселение пока депутатов мы даже не переизбирали. Они говорят, вот из-за них потом приходится сельские частенько отстраиваются, пока отказов у нас от сельских депутатов не было, по крайней мере, на моей памяти. А про институт сельских старост скажу, наверное, я здесь, пожалуй, самый большой со стажем. Может, Михаил Васильевич, да, побольше меня стажем староста? Всего лишь, ага. Эту сказку я слышу уже лет 10-15, даже больше. Ага. Все, вот, старость, надо вот это сама, да. И возле не там, по-моему, где-то года три назад предлагали даже деньги, зарплату старостам, значит, 50 рублей аж в месяц, тогда примерно 100 грамм водки это стоило. Не надо было такое, но надо было кучу бумаг собрать еще там и все такое. Вот. Одну секундочку, значит, так, теперь, ага, говорит, более, значит, это получше, значит, закупки будем делать, все такое, значит, ага, там ничего не надо, значит, качественные закупки, я говорю, поменять надо всего лишь в 44-м законе этом, ага, больше требований к исполнителю, у нас там покупатель никаких прав почти не имеет, а этот самый, который будет исполнять мой заказ, он черт знает сколько прав у него. Всего лишь там безответственность именно исполняющих тех вот этот заказ, которые выиграли тендер, в первую очередь. Так. Ну, еще там пункт есть, общественные советы повышаются. А какие общественные советы? Общественные это уже безответственно. А то, что депутатов, мы, значит, это самое, да, значит, ага, мы депутатов меньше, значит, становится, ага, ответственность как повышается. Да не будет этого никогда. Давайте так, значит, ага. И никто не мешал баллотироваться, например, любому из вас, скажем, и в районное, и местное, это самое, собрание депутатов. Да, такой случай у нас даже был, просто вот Егорова Елена Владимировна здесь, да? Ага. Вот как раз мы даже вместе баллотировались. Она баллотировалась, и это местное, это самое, и в районы, как говорится. Повезло чуть побольше мне, скажем, всего лишь. Да, еще что, значит. В принципе, вы знаете, я, значит, вот этот закон, 87-й закон, скажем, да, он ведь, хотите вы, не хотите, он больше рассчитан на городские поселения. Не на сельские, он не доработан для сельского поселения. Вы меня хоть чего никак не уговариваете. Да, для городского поселения он может быть даже почти совершенным. Но для сельского, ну, поселков городского типа, может быть, да, если начать, а для сельского поселения он явно не доработан. Потому что, и поэтому я очень прошу, не торопитесь по этим, с принятием этого округа.
прошу просто, давайте на 2-3 года отложим. Я почему еще скажу, да? Мы выбирали, значит, на 5 лет вот собрать депутатов районные. Выбирали мы, значит, контракт подписали с Лесенав Николаевичем еще на 5 лет. Ну, в смысле, вот, значит, с нашими полномочиями его полномочия заканчиваются. Подождем до окончания, доработаем. А что, мы плохо заработали, что сейчас? Особенно последние вот 2-3 года. Вообще, давайте так, значит, мы никогда так не строились, как в этом, вот прошлый год почти даже. Это ведь, ну, мы от этого как должны отказаться, я не понимаю. Чтоб... От добра добра не ищут, вы меня поймите правильно, да? Тут и на начале все такое, оно и так есть, понимаете, нет, ага. Ну, правда, есть в народе поговорка «одна в голова хорошо, две лучше», говорится, ага. Ну, и вон и герб даже у нас двухголовый, видите, там. Значит, сзади, а его нет, да? Ну, ладно, не важно. Вот. Поэтому я говорю, потому что подождем немножечко. Мы, я, например, ставник, я даже замены ему не веду. Сейчас нам пришлют еще другого главу какого-нибудь. Вот сядет вот там, вот сейчас, в Таншаевском районе, вот как раз вот я проговорил, да? Там 32-летний пацан сидит. Он был индивидуальным предпринимателем, вот сейчас он сел, вот 2 года назад, это самое, главой муниципального округа. Я не знаю, что он там будет и как творить будет. 30 лет, по-моему, еще только ума набираться надо. Вот, я лично против, потому что я за подождать, чтобы 2-3 года еще минимум. Вот пусть окончание, это, Ростислав Николаевич, контракт свой отработает до конца, до 25-го года, по-моему, да? Или до 24-го. Пусть он свой контракт отработает, потом посмотрим. Мы зато увидим, значит, к тому времени, как вот эти пилотные районы заработают, ихних ошибок не будем допускать. Потому что, ну я просто не знаю, мы сейчас поедем, в рот пойдем, а там глубоко. А рядом мост был, а через мост было бы нам далеко, время потеряем. Лучше мы немного времени потеряем, но... Зато пойдем правильным путем, как говорил великий вождь в свое время. Спасибо. Продолжаем дальше. Район. Может, чередовать будем, наверное, да? Поселенский. У меня предложение есть. Можно предложение дать? Давай только кратко, пожалуйста. Да, вот я как раз выступил про вот закон, который принимается в Госдуме, как раз в муниципалитете. У нас присутствует в зале куда-то Рустам Думофилатова, может, ну, объяснить закон. Она это смотрит, как это может объяснить вот. Нет, давайте смотрите так. У нас есть четкий сейчас регламент, который касается, которым собрание районных депутатов вышло в адрес депутатов сельского поселения конкретным вопросом. Мы сейчас вот этот вопрос и обсуждаем. Мы будем, ну, на этот вопрос, точнее, отвечаем. Если депутат Госдумы, да, извините, Госдумы хочет выступить, мы после окончания публичного слушания вот дадим ему слово. Думаю, это будет справедливо и по отношению к депутату. Спасибо. А то пока могу сказать, что мы все деревенские жители, у всех дома коровы, там все остальное, и поэтому мы по публичному слушанию слишком давайте затягивать не будем, и кто хочет выговориться, основной, кого это коснется, как бы местные жители, именно Москва-Косинское поселение, и вот представители этих местных жителей. Спасибо. Сейчас кто выступил? Эдик. Депутат сельского поселения Москва-Косинского. Спасибо. Эдик Семен. Здравствуйте, дорогие односельчане. Вот у нас была пресловутая мусорная реформа, очень хорошая, которую мы приняли на публичных слушаниях. И что из этого вышло? Да, сказали, будет как в городе, чистота, порядок, мусор нигде не будет валяться. А сейчас куда мы катимся? Мусорные бачки. Не подъехать, не подойти. Бабушки ходят, вот так кидают мусор. Это нам сказали, очень хорошо будет. И вот это, и на основании вот этого делайте выводы. Все эти нововведения, к чему приведут. Пока не будем торопиться, вот как Николай Васильевич сказал, впереди паровоза, нечего бежать. А мое мнение будет вместе с вами. Как вы скажете, так и будет. Выступать. Илья Николаевич, выступишь-то? Насчет мусора. Нет, насчет мусора. Давайте в сторону не будем уходить. Касаемо водоснабжения. Насчет мусорной реформы. Нижние Хачки деревни. Вы хотели сперва бесконтейнерный сбор мусора.
мы организовали без контейнера сбор мусора. Потом вы захотели контейнерные площадки. Мы вам организовали контейнерные площадки. Вы захотели больше контейнеров. Мы вам организовываем больше контейнеров. По замещанию насчет мусора. Что не устраивает? Все устраивает? Меня все устраивает. Все устраивает? Ладно. Все, насчет мусора разобрались. Насчет реформы скажу пару слов. Я житель Москасов, я здесь родился. Я здесь детский сад прошел, москасинскую школу прошел. Я отсюда в армию уходил, с армии отсюда приехал. У меня дети в садик здесь ходят, в школу здесь ходят. У меня ни одной... Садика нет. У меня дочка ходит в подготовительную группу. Это садик или нет? Садика нет, между прочим. Нет, нет. Сейчас дойдем до садика. В общем, что хочу сказать. Я коренной житель Москасов, я здесь. У меня ни одной мысли нет своих детей переводить куда-то там в другие школы, как у некоторых есть здесь такие мысли, некоторые уже перевели. У меня нет таких мыслей. Я здесь хочу жить, я здесь хочу развиваться. Москасинское сельское поселение у нас тесно связано с районом. Моргавский район, да? Мы приходим в Моргавский район и говорим, Москасинскому сельскому поселению надо то-то. И мы получаем это. Потому что мы вот это вот взаимодействие идет, оно вот, я вот сколько работаю в администрации района, я 5 лет работал на госслужбе, потом 5 лет на муниципальной службе, сейчас работаю 5 лет руководителем предприятия муниципального. И все эти 15 лет, вот я сколько вот осознанной вот этой жизни, у нас Москасинское сельское поселение процветает каждый год, из года в год процветает. С каждым годом все лучше и лучше и лучше. Это вот я по себе сужу. Почему так происходит? Потому что жители Москасинского сельского поселения, мы вели до сих пор нормальное такое взаимоотношение с районными властями. Если мы, вот 21-й год, Петр сказал, да? 21-й год, никогда такого не было, да, чтобы столько строились. Возьмем 2021 год. Бюджет Москасинского сельского поселения более 32 миллионов рублей. На всю эту великую стройку, как вы сказали, да, ушло на все про это вот все 32 с лишним миллиона рублей. Из них собственных доходов сельского поселения Москасинского, знаете сколько? 4 миллиона 900 тысяч рублей. 27 миллионов нам дает... Сколько было? Сколько было? Например, в 2014 году 18 миллионов. Более миллиона было собрано. Да. Почему 4 миллиона стало вдруг? 4 миллиона 900 тысяч собственных доходов Москасинского сельского поселения за 2021 год. Как это? Не может быть. Сколько не может быть? НДФЛ полностью идет. Ладно, я... Бюджет Москасинского поселения. НДФЛ полностью идет, да? Я скажу каждый раз, когда... 3% идет НДФЛ в бюджет Москасинского сельского поселения. Остальные 10%. Не надо здесь вот так вот огульно вот так вот говорить, вот НДФЛ вот идет. НДФЛ. Лучше же предприятие. Нет, я вам говорю. Было 13. НДФЛ полностью идет... Матросово спрашивает. 13, когда было? Нет, вот так вот выкрикивать с места вот не надо. Вот. Вы знаете, не знаете, вы выкрикиваете. 3%, 13%. Давайте придумайте еще другой процент. Уважаемый... Я вам говорю конкретные вот цифры вот по бюджету сельского поселения. 4900 собственный доход Москасинского сельского поселения. Не по теме выступаешь же. Не по теме. Обсуждай закон. Что ты про детский садик понес? Тебя попросили, что ли, или заказали? Присутствующие, касаемо межсоюзителей, вы сегодня наблюдатели, я вот к вам обращаюсь. Николай Николаевич, продолжайте. А по поводу вопросов, тут потом
кто желает выступить, каждый выступит. Вот здесь вот. Конкретно, если Илья Николаевич вопросы есть, и как депутаты там некоторым, допустим, подойдете, потом после публичного слушания. Просто мы сейчас растянем и дискутируем. Давайте каждый выступит по этой ситуации. Соответственно, здесь потом... надо делать выводы, почему у нас 2021 год такой вот получился хороший с точки зрения, да, вот этих вот строительств чего. Получился потому, что нам помогает район. Все, эти 27 миллионов сверх собственных доходов пришли оттуда. Поэтому вот на сегодняшний день вот это взаимоотношение не надо терять, надо его наоборот усиливать. Нам законодатель как раз таки дает вот инструмент, да, усилить вот это вот взаимодействие с районом. Будет не двухуровневая, а одноуровневая ветвь власти по местному самоуправлению. Потом переговорим. И вот это вот взаимодействие будет еще удобнее, еще лучше, еще как бы мобильнее. То есть не надо будет два бюджета утверждать вместо одного. Не надо будет там сперва местным депутатам собраться, потом районным депутатам собраться, чтобы что-то делать здесь на места. Здесь будет только улучшение. Вот. Если вот касаемо жителей Москасинского сельского поселения, то здесь вот большинство вообще не увидит разницы. То есть как ходили в администрацию сельского поселения за справками, там, за, по своим вопросам, так и будут ходить туда же. А по части финансирования, по части вот этих вот инициатив, что надо сделать, здесь вот будет только улучшение. И в части финансирования, и в части исполнения. Также все останется, как вот до этого было. То есть деньги приходят оттуда, а здесь на местах вот у нас сельское поселение, у них техническая работа, вот это закупки, контроль за исполнителем, вот это вот. Все так же и останется. Все будет намного мобильнее и намного лучше. Поэтому здесь вот понятно то, что всякие реформы, они пугают, всегда пугают. Не хочется вот, нам же сейчас хорошо, зачем нам что-то менять? Зачем менять, чтобы было еще лучше? Петр, да. Можно? Конечно, вот, можно. Значит, давайте так. Округ – это, в принципе, централизация власти. Да. Так? Вот теперь я просто профильный вопрос тебе задаю. Экоцентр. Централизация мусорного центра. Помните, я тогда все включал, что как-то надо сделать, вот с вами дальше выпить, чтобы хотя бы деньги у нас остались здесь от мусорного сбора. Ты говорил, я тогда самый богатый буду здесь. Помнишь свои слова? Наши обыденные. Сейчас бы, да, давай я вот тебе, да. Да, остались бы эти деньги, мы этот самый, давно бы сортировочный цех там построили уже давно. И у нас открытие второй карты отложилось бы еще лет на 20, может быть. А тебе что сейчас? Он тебе до сих пор экоцентр этот должен, ты у него даже свое деньги не можешь забрать. Мы с экоцентром, у нас свои взаимоотношения. Илья Николаевич, давайте. Давайте вопросы до пачку не задавайте. Простая вещь. Илья Николаевич, давай по докладу, да. Если есть вопросы, я отвечу. У нас, как говорится, полигон стоит, да? Где? Ну, мусор в Ивановке. Да. Ну, до этого полигон... Вылез. Как это земли? Это передовика, да, земли? Да. Мусор, ты не так надо, обращаться к этот, в органы, чтобы приняли меры. Если кто-то там... несанкционированную свалку устроил, надо принимать меры. Там по ночам приезжают большие машины, и притом организация. Нет, если вы все это вот видите, почему не реагируете? Ну как не реагируем? Реагируем. Что делаете? Например, обращались, нам говорили, куда? Это земля... Куда обращались? Это передовика земли. Передовика. Если ферма, это земля передовика. Это на ферме, а в лесу? В лесу где? Это федеральный земель. Нет, мы с этим давно уже справились. Это вопрос вообще вот, ну, не здесь должен обсуждаться этот вопрос. Мы с этим вопросом уже давно уже все разрулили. Вопросы есть? Нет. Мы что-то от регламента отклоняемся. Давайте придерживаться все-таки регламента. Чтобы... Здесь вот единственное, вот прошу жителей Москва-Сенского сельского поселения проголосовать сегодня за принятие округов. Это будет в наших интересах. Под словом «наших»
Я имею в виду жителей сельского поселения Москва-Сельского. Ну, прокурор. Я имею в виду жителей Москва-Сельского сельского поселения. Все, спасибо. Спасибо, Илья Николаевич. Также продолжаем. Давайте. Кондратьева Татьяна Петровна, жительница деревни Репугасы. Уважаемые товарищи, патриоты Москва-Сельского сельского поселения, да, это законопроект внесен в Госдуму 15 декабря 2020 года по инициативе депутатов Госдумы Андрея Клишеса и Павла Пшеникова. Это, конечно, Госдума, это, конечно, парламентское такое законодательный орган. Это из партии «Единая Россия», которая защищает интересы богатых. Я партию не беру. Просто оттуда. И самое интересное, цель, конечно, они укрупнение, оптимизация идет. То есть мы прошли оптимизацию в школах, здравоохранение. Сейчас оптимизация пошла в сельских поселениях. Чем плохо нам сельское поселение, скажите, пожалуйста. Почему мы должны убрать депутатский корпус сельского поселения? Это самые активные, инициативные, которые связывают народ с главой сельского поселения. Плохо, хорош у нас глава сельского поселения. Денис Валерьевич. Так, теперь слушайте. Он же постоянно в гуще народа приезжает в каждую деревню, интересуется, чем помочь, что построить. Инициативное бюджетирование. Сейчас последние два года так мы поднялись. Дороги начали стелить, водопроводы начали проводить. Народ у нас так расцвел. Все, дороги, водоснабжение. Все пошло хорошо. Но бюджет у нас, Москва-Сельская, самый богатый бюджет. В Маргашском районе. Из чего исчисляется бюджет, я не буду перечислять. Я потому что всегда отдел экономики захожу в Маргашском районе, Ананевой, она перечисляет, откуда что приходит и какая сумма. И самое интересное, сейчас 25 декабря у нас в Госдуме первое чтение этого законопроекта прошло. Потому что это публичное слушание тоже. Через публичное слушание они хотят мнение народа услышать, да, нет, и они потом через некоторое время должны принять. Но тут тоже, кто за народ болеет, проголосовали против. КПРФ и «Справедливая Россия». Это партии не касается, но любая реформа – это политическое такое мероприятие. Еще что хочу сказать. Самое интересное, но вот этот депутатский корпус, если уйдет, старосты, они что, принимаются сегодня я староста, завтра не староста. Кому простой народ должен обращаться? Они обычно привыкли к депутату, потом сельские поселения сюда глава приходит и решает вопросы. Что теперь район будем бежать? Что район будет принимать всех? 177 деревень, 16 поселений. Очередь у нас будет вот до города Чебоксары. Через 3 года мы попадем в администрации района. Дальше момент. Что интересное? Так. Перестают. Вообще у нас сельское поселение, земли сельского поселения, водоемы сельского поселения, все они безучетно. Кто будет учитывать? Как они будут потом продаваться? Кому передаваться? Никто не будет знать. Наше деревня водоем, через некоторое время узнаем, откуда пришел хозяин этого водоема. Публичных слушаний вообще не можем проводить. Сейчас вот, буквально 2 года последние, сельское поселение, мы сказали, проводили 2 публичных слушания. Мнение народа выслушали депутаты сельского поселения. Именно интересы народа защитили. Разве это плохо? Неплохо. Поэтому вот этот законопроект преобразования сельских муниципального образования, муниципальный округ для простого народа очень большой плюс. Я считаю, народ у нас будет вообще в неведении, вообще отдалиться от власти. Вообще мы... Минус. Ой, одни минусы. Извините, пожалуйста. Одни минусы. Власть нас не будет знать, и
власть нас никогда не увидит. И мы сами будем уничтожать друг друга. Поэтому я прошу всех вникнуть в вот этот проект, законопроект. Потому что этот законопроект еще не принят. Публичное слушание мы пройти должны. Но публичное слушание не во всех сельских поселениях так. Каком помещении большом не прошли, там избранные люди прошли. Поэтому мы самые сильные жители, патриоты Москогашинского сельского поселения. Народ – это движущая сила. Народ – это показатель социально-экономического развития общества. Вот, через народ у нас идет развитие общества. Поэтому я сегодня прошу всех понять меня, выслушали все, и принять решение. Мы против преобразования. У нас глава Денис. Иногда он против меня прет. Ты такая всякая. Я его уважаю. Он за народ всегда борется. Водоснабжение. В дороги пошли. Во всех деревнях. А у нас 16 деревень сельского поселения. У нас и теперь селевые косы остались без внимания, уже они в плане. Поэтому мы сохранить должны Кириллова Дениса Валерьевича, он на своем посту, и депутатов надо держать на месте. Все, спасибо. Татьяна Петровна, я с другой партии, конфликт интересов платит. Спасибо за пламенное выступление, но хочу добавить, как Илья Николаевич добавил, и администрация поселения, как бы, и я за муниципальный округ, конечно же, потому что эффективный бюджет, единый бюджет будет, также предполагается повышение заработной платы специалистам, и также специалистам районных специалистов и сельского поселения. Ну, сельского поселения тогда не будет, будет округ территориальный. Да? Ладно, шучу. Отдел территориальный, да, извиняюсь. Просто нововведение, не знаем еще, как толком называется, извиняюсь. Но по бумагам, по расчетам и по... как получилось, вот должно получиться лучше, чем сейчас, конечно. Также по поводу бюджета хочу чуть-чуть пояснить. Да, действительно, у нас бюджет в этом году очень большой. Очень много воды, водоснабжения сделали, по водоснабжению вопросы решали. В этом году в 5 деревнях воду мы сделали, это очень большой показатель, нигде такого нету. Вплоть до водонапорной башни, до скважины, от станции управления, все такое. И по, ну, то есть по водоснабжению мы плотно начали заниматься. Но хочу отметить, то есть без Ростислава Николаевича, вот, непосредственно главы администрации района, вот этого у нас бы не было бы. Да, конечно же, большой вклад в этом и жители местного населения, потому что мы участвуем в больших проектах инициативного бюджетирования, но имейте в виду, в этих проектах инициативного бюджетирования 10% только доля населения. Остальное 30 нам как бы район помогает, то есть в этом заслуга Ростислава Николаевича. И остальные 60 республика дает. И вот поэтому мы хорошо работаем. То есть собственных доходов действительно у нас поменьше в этой части. Спасибо. А вот также дальше хочу продолжить слово. У кого есть какие? Кто хочет взять? Да, кто слово хочет взять? Уже сказали, конечно. Депутат сельского поселения. Здравствуйте, уважаемые жители Москва-Сельского поселения. Я житель деревни Хельдкосы, Петров Виктор Анатольевич, являюсь депутатом трех деревень, Хельдкосы, Рикокосы, Сюлемени. Вот, прошелся по своим деревням, хочу высказать мнение своего народа по поводу преобразования района в округ. Узнал благодаря тому, что существует на сегодняшний день сельское поселение с такими полномочиями, как сегодня, мы, жители, имеем возможность решать актуальные вопросы сами. Например, нашумевший китайский вопрос, где именно жители поселения сами единогласно приняли важное судьбоносное решение по поводу перевода земель из одной категории в другую.
В результате предотвращено строительство пресловутого китайского молочного завода на огромной территории в 40 гектар. Как известно, Китайская Народная Республика на сегодняшний день является одним из торгово-экономических партнеров республики. Вопросы, касаемые земель вокруг Кихвиткосов, остаются незавершенными. На этом основании на укрепление муниципалитета жители деревни Кихвиткосы и близлежащих деревень имеют отрицательный взгляд и выражают недоверие и недоверие к преобразованию. Уважаемые люди, тут Петр Валерьевич, Михаил Васильевич и Татьяна Петровна уже сказали, что не стоит бежать впереди паровоза. Мое мнение — подождать. Посмотрим, как пройдут. Вот у нас два района сейчас, Чувашии, два округа, вернее, Шумелинский и Красноармейский. Ну, посмотрим, как они пройдут первое испытание. Думаю, не стоит нам торопиться с этим выбором. Я против. Спасибо. Дальше продолжаем. Дальше кто будет? Голосовать тогда чего? Депутат сельского совета. Всем здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос ко всем присутствующим. Почему политика называется грязным делом? Ну, это так, риторически. Другой вопрос. К тем, ну, здесь, в этом зале случайных людей нет. Все пришли уже определенно заряженными. У меня вопрос к тем, кто будет голосовать за создание муниципального округа. Ладно, у вас в этом зале никто не спросит, почему вы так решили, и так далее. Ладно. У меня, вы готовы ли ответить на этот вопрос своим соседям, односельчанам, друзьям и так далее? Подумайте пока. Да, потомкам своим. Я вот думаю по поводу китайской темы. Тот риск, который может у нас возникнуть с созданием округа, мне кажется, он не стоит того, что, ну, может быть, теоретически появятся какие-то приятные игрушки, ну, в связи с созданием муниципального округа. Может быть, но не факт. Для чиновников, администрации района, может, ну, скорее всего, да. Для нас точно нет. Вот. Стоит ли, вот еще на вопрос я ответить, стоит ли тот риск, который, то есть, как только примут. То есть, представьте ситуацию, на тот момент, когда китайцы сюда заехали, был бы муниципальный округ. Завод давно уже стоял. Нас никто не спросил. Я согласен? Согласен. Да. Вот. Еще у нас по поводу детского сада. Больной вопрос. Денис Владимирович, подожди. Я вам расскажу кратко историю. Вот мы со Светланой Олеговной, Ростиславом Николаевичем были на видеоконференц-связи с Цибулиным, который руководитель пресс-службы Путина. Да. Меня, правда, туда не пустили, ладно. Обсуждали вопрос по созданию проблемы садика. Вот давай по теме. Я по теме, я про садик рассказываю. Почему у меня нет доверия к нынешней власти? Тогда Цибулин немножко поругал тогда Салаеву и сказал: вы, походу, сегодня знаете, и давайте вам срок 2 месяца, через 2 месяца собираемся в том же составе, все расскажете. Ага. Соответственно, мы со Светланой Олеговной все ждем приглашения, когда уже почти 1.5 года прошло с того события. Что-то нас никто не зовет на очередной ВКС. Все ждем, ждем. Соответственно, после этого мы пошли дружно в дом правительства к Салаевой. Меня тогда еще и приятно удивило, что Ростислав Николаевич тогда очень сильно был за нас, за строительство нового садика и так далее, и так далее. Рассказывал, что Москва-Коса это не дыра какая-то, я тоже почти центр, что потенциал развития и так далее, и так далее. Но перед сентябрьскими выборами в этом же зале Ростислав Николаевич почему-то начал упрекать нас, то, что демографическая яма и так далее, женщины не рожают, сами виноваты, нет списков каких-то мифических электронных очередей в саде, кстати, их до сих пор нету. Вы нас начали упрекать, где списки, почему в очередь не встаете, и так далее, и так далее. Почему-то пример привели села Большого Карачкина, в котором закрылся садик за отсутствие детей. То есть как-то у вас непонятные события. Сначала вы у Салаева, видите,
доказываете, что садик очень нужен, что у москвичей это не тупик. А здесь нам приводите пример закрытия садика Большого Корчевного. Как-то это не стыковывается. Соответственно, в сентябрьских выборах вы лично нас, вот и товарищ Захаров, агитировали за то, что у нас Алла Николаевна Салаева, Алла Леонидовна, извините, по социальным вопросам, ее надо срочно в Госдуму, она нам там на федеральном уровне выпьет нам деньги на строительство нового детского сада. Соответственно, с Богом ее туда проводили, бегали, прям, соответственно, ждем. Здесь, как оказывается, выяснилось, со федерального бюджета на строительный садик деньги выделяться не будут. Причину никто не объясняет. Сказали просто нет и все. Это республиканская, это районная головная боль. Оттуда денег не будет. А что же мы ее тогда проводили туда? Давай по садику сейчас потом. Вот. Еще потом уже заканчивать собрался. Вот. Соответственно, ждем. И еще по поводу садика. Вот для нынешней нашей районной власти в Москва-Осах, вот тема садика, это, знаете, как клондайк какой-то, непаханное поле. Каждые полгода можно делать выборы, любую непопулярную инициативу можно протаскивать. И главное, пообещать садик, мужики, держитесь, будет садик и так далее, и так далее. Прям поле непаханное. Можно каждые полгода всякие инициативы непопулярные проводить. Лишь бы главное садик обещать. Что-то, честно, уже надоело. При всем уважении, Слав Николаевич, и Илья Николаевич, блин, но что-то потихоньку, вы знаете, у вас происходит не профессиональная деформация, а уже деградация, наверное, профессиональная на фоне своей политики и так далее. Ладно, всем спасибо. Слав Николаевич, спасибо. Хорошо. Глава администрации. Значит, удар ты себя появляешься. Мне интересно, Виктория Зармашка. Урода проделись. Ябок телись. Денис Валерьевич Пайксер, молодец, телись. Халсинжер, пламастер, делись. Шлепер, значит? Буржать сюда, пошмазан с ними спать. Правильно. Терешник. Петр Валерьевич. Сразу галашем. Кум не икит берлеутин, что за платом. Главное, галаши, взятки не дезы. Сада взятка вам жена, взятки не жена, да все леши. Икин берле бы директорна, был наркомша. Пропаргон. Ишкищены им скеры. Ну, давайте по-серьезному. Насчет садика скажу. На самом деле, садика сегодняшний день. Контракт заключен. В феврале месяце предоспектный документ находится на экспертизе. Программа развития образования Чувашской республики, она стоит, к сожалению, пока без стоимости финансирования, пока предварительная стоимость 178 миллионов, 160 мест. Думаю, что после того, как экспертизу пройдем, мы его представляем уже в адрес Министерства образования и уже на уточнение и так далее через РАИБ. Через РАИБ уже по сумме, наверное, будет включено и, скорее всего, с какого уровня бюджета будет финансирован, будем определяться. То есть это либо по федеральной программе, либо по республиканской программе. К сожалению, федеральный центр сегодня поддерживает уже более крупные, то есть где государственно-частное партнерство, по концессии и так далее, строятся вот такие проекты. Но будем дальше думать. Но пока на сегодняшний день проект документации на экспертизу. В конце февраля она будет уже готова. Далее. То, что касается полномочий и так далее, кто-то... Все мешало здесь. Кони, люди, пушки, ружья, все мешалось, вот как в этот... Все в одну кучу. Я хочу спросить, какие полномочия сельского поселения? Кто скажет 10 полномочий из местных жителей или депутатов сельского поселения, которые сегодня по закону они делают? Скажите мне 5 полномочий хотя бы, которые сельское по распоряжению земли, Москва-Косинское сельское поселение, Москва-Косинское поселение по распоряжению земли. Какие полномочия владеют сегодня? Перевод земли. Нет, по распоряжению земли, может, если только раз это не делится, перевод. Китайцев не пустят. Дальше. Что изменится, когда муниципальная округа преобразуется в том плане, что касается организации публичных слушаний? Что изменится? Публичное слушание будет проводиться здесь же, скорее всего, в этом же зале.
Касаемо... Территориально, конечно, территориально на том же месте, потому что интерес жителей сегодня не одного уровня власти. Вот серьезно, вот с китайским вопросом я уже со мной совсем депутат фактически переговаривали. Никто на нас с Денисом Валерьевичем не давил. Один очень такой большой руководитель пришел, нам сказал, мне лично сказал, Ярослав Николаевич, придут китайцы, ты виноват, не придут, да, опять ты виноват. Работа такая на сегодняшний день. Понимаете? Никто не довел ни на уровне главы республики, никто не довел. Да, были вопросы связаны, как попало, так далее, все остальное. Я думаю, что это все равно будет с учетом мнения жителей. Я тогда на первой встрече, 15 сентября того же года, когда первый раз рассматривался, на первой встрече у меня запись есть, поэтому могу свои слова доказать. Я тогда при всех сказал, без учета вашего мнения никто ничто не будет делать. Все. Так и случилось. Если где-то наврал, скажите. За все годы, которые сейчас работают, да, то, что сегодня в московском поселении очень много делается, это благодаря, конечно же, совместной работе. Все это от кадровых людей зависит. Те же самые депутатов, старост и так далее, как их назови, без разницы. Вот скажите, пожалуйста, кто знает, в советское время сколько уровней мест управления было? Подождите, я спрашиваю, что, кто знает, сколько уровней самоуправления было? Сколько уровней самоуправления было? Не по теме говоришь. Далее вопрос. Да, вопрос. Кто почувствовал, что с 2000, по-моему, до 2005 года было одноуровневое, потом двухуровневое? Кто почувствовал, просыпаясь 1 января, что что-то изменилось в сельском? Кто почувствовал? Колхоз, совхоз уже... 2005... Подождите... Светланка, я немножко ваш старше, поэтому в 2005 году, к сожалению, половина колхоза, совхоза уже на ладан дышали у нас на территории, я все это знаю. Потому что я там тогда сам руководителем сельхоз предприятий работал, к сожалению, когда я начинал работать примерно 26 года, хотя сейчас у нас одни все осталось. И я не уничтожал ничего. Дальше. То, что касается полномочий. Сегодня, вот это, лично это мое мнение, это не сегодня родившиеся, это сегодня не родившиеся, потому что Не только когда сейчас работаю. Сегодня это двухуровневое самоуправление, это полностью, вот, честно скажу, много идет централизации, передача полномочий. Сегодняшняя, это с прошлого года, реконструкция строительства объекта капитального строительства, республика через службу единой заказчик административной организации взяла на себя полномочия. Кто это почувствовал? То, что сегодняшний, 1 января этого года, полномочия по проведению конкурсных процедур по 44-му году, в том числе касается муниципалитета, забрала республика. Кто почувствовал? КСП полномочия контрольно-счетного органа передали на уровень республики с 1 января. Почувствуем, когда первая проверка придет. Точно почувствуем. Но население об этом что-то знает хотя бы? Подождите. Вот когда тему знаете, нужно рассуждать. Когда вот о чем говорить не знаю, вот трудно спорить с этим человеком, который не знает саму тему. Потому что общими словами можно все что угодно говорить. Здесь и мусор, и... Все, садик и так далее. Да, садик, важный момент, я ничего не скажу. Нас хвалят, нас ругают. Мы, говорят, все за народ, мы вдвоем против народа почему-то. Но, говорят, спасибо вам, друзья, товарищи, что хорошо работаете. Еще работаете, говорят, еще 5 лет, там, до конца, уже до своих полномочий. Как понять? Нет, работаете, нет, подождите. Вас когда-нибудь, Тимофеев, Ярослав Николаевич, Денис Валерьевич, где-то обманывал какой-то человек? Мы вам в глаза говорили, да, это возможно сегодня, да, это невозможно сегодня. Что-то не получается, как с этим садиком, быстро. Ну не получается, не все так быстро делается. Где-то косяки все равно есть они, где-то в работе. Обязательно всегда будут. Любой, кто бы ни работал, до какой должности бы ни работал, все равно. Хоть это предприятие, хоть органы местоуправления, хоть школа, хоть садик, хоть что бы ни было, все равно где-то что-то не дорабатывает. Хоть депутат, хоть не депутат, все равно. Другого главу надо. Сегодня. Другой глава придет, не успокойся. Обязательно придет. Другой глава поселения придет, по-другому скажете. Дай Бог, чтобы лучше пришел, дай Бог, чтобы хорошо работал, дай Бог, чтобы никто от этого плохо не стал никому, плохо не почел. Сегодня... Это реорганизация. Просто некоторые полномочия, вот, например, скажу, да, водоснабжение, водоотведение, полномочия сельских поселений, электроснабжение, газоснабжение, полномочия района, какой-то час участок дороги до Ихведькасов, это районная дорога, внутри Ихведькасов это сельское поселение. Не дай бог сельское поселение будет там снег толкать, за ним, это уже не целевое использование финансовых средств. Но это же... Если правильно подумать, как это нормально все получается?
Что нам делить сегодня? Какие полномочия делить? Мы никогда это не делили, никто не собирается. Даже республика не делит полномочия. Что? Это не, нам не говорит. Например, что-то содержание касается. Это ваше дело, мы нам денег не дадим. То, что на объекты водоснабжения глава республики увидел. Сегодня вот послание глава республики сказал. Да, все гладко не получится при этой реорганизации. Гладко не получится. Да, правильно было сказано. Может подождать, может изучить другой опыт. Чтобы на те же грабли не наступать. Но фактически, это сегодняшний день, вот эта реорганизация, оно улучшит качество управления, понимаете? Ладно, вам повезло с Денисом Валерьевичем, кто-нибудь был бы другой, который бы вовремя не подготовил сметы на водопроводные сети и так далее. Другой глава администрации был бы, не Тимофеев, чтобы сказал бы, Денис Валерьевич, пришел бы, дай мне 30%, не было бы никакого водопровода. Не было бы нигде. Не смогли бы вытащить. Как бы не хотели, понимаете? Другой был бы. Либо ничего не делал бы, штаны против. Потому что у него зарплата от этого водопровода не зависит. Он свои оклад получает? Получает. Весь, есть водопровод, нет водопровода, ему зарплату дают за это. Все от людей зависит. И от депутатов. Как вот староста, депутат, да, полномочия староста, закон не прописан, депутат прописан, закон тоже полномочия староста, когда общество управляет. Не важно, как называется будет Петр Валерьевич, если у себя в деревне. Депутат, он староста, хоть атаманом напиши. Если он активный, за ним люди подтянутся, он обязательно достучится. И Тимофеев не будет до Чебоксара очередь стоять. Пока к Тимофееву очередь идет, какие люди? Я прием граждан провожу ежемесячно. Сейчас, правда, немножко ограничится с этим коронавирусом. Ко мне 90% вопросов люди приходят с полномочиями сельского поселения. Пока ни одному не сказал, это не мое дело, идите дальше в сельское поселение. Я всегда изучаю до конца, и еще некоторых сельских поселений заставляю делать, чтобы они это сделали. Ни одного не посылал от себя. По последним обращениям граждан президенту России, по прямой линии, 30 обращений до нас дошло. 29 из них не полномочий районной администрации. Я его не имею права делать. Если сделают, за меня это накажут. Превышение полномочий и так далее. Там, если нет, вообще деньги потрачу туда. Нецелевка будет. А за эти обращения лично я отвечаю, чтобы вместе с местным населением, чтобы этот человек по какому поводу обратился, чтобы он что-нибудь получил в ответ. Где он? Освещение, то где мусорное, вот не убрано, говорит мусорное. Полномочия, какая разница полномочия, чьи полномочия, когда мусор не убран? Убрать надо его. Будем считать, что не наши полномочия и так далее. Поэтому, касаясь этих полномочий, главное, чтобы они были финансово закреплены. Для быстрого решения, оно уровне самоуправления, оно самое более эффективное. Пока все эти соглашения переписывая, полгода проходит у нас. Я отчеты представляю, ненормативку себе он еще примет, разработает. Ошибку сделал, прокурор придет, ему накажет еще административка, не дай бог. Еще что-нибудь, чтобы неправильно сделал. И все это в 16 поселениях. А тут бумаги расписывают только что. Чтобы не нарушить ничего. А работает, это время занимает, понимаете? То, что сегодня полномочий не хватает, что кто-то отбирает, добавится полномочий, не беспокойтесь. Из полномочий ответственность добавляется. Поэтому тему надо знать. Самая большая ошибка сегодня, вот да, моя сам себе считаю, да, и Денис Валерьевич может быть вместе. Потому что эти нововведения в законодательстве, что делается будет в государстве, надо было заранее каждого, то есть каждому отдельно объяснять. Не по вайберу, ватсапу, в публичных сетях, караул там китайцы нападают или что-нибудь. Каждому отдельно. Что это означает? Как это будет решаться? Да, это наши недоработки, я признаюсь в этом. А то бы все бы поняли, что нет. Против чего мы сейчас говорим? Против чего сами не знаем? Сами говорим, любви признаемся, главе поселения, главе администрации чуть не любят. И говорите, вы против народа, вы только за народ. Я многих людей хочу сказать, за народ. Вы что сами сделали лично, которые говорят, мы за народ. Что вы лично сделали? Дерево посадили, в парк разбили, пруд почистили. Хорошо. Я тоже в деревне живу, в такой же деревне. У нас тоже было два поселения, одно поселение, два сельсовета. Нет что-то, никогда это разница. Я не всю жизнь в главе администрации рядом не работал. Мне это разница, как он называется и сколько их, я никогда не чувствовал этой разницы. Никогда.
Потому что все это надо изучать. Голосуя против, мы себе сегодня немножко подножку можем поставить. Вот о чем речь идет. Поймите. Поймите подножку. Можем поставить. Я за свое кресло не держусь. 10 лет, 11 год пошел мне 2 дня назад. Поэтому мне это, я уже вот честно скажу. Мне вот говорят еще 5 лет, ты работай. Хватит. Вот. Уходи. Вот, а таких людей, которых хватит, уходи. Они полдня не смогут, потому что мозгов не хватает. Понимаете? То, что из-за того, что вот проблемы связаны, вот если мы сегодняшний день просто не поддерживаем вот те начинания, которые нововведения, которые вводятся в республике, во всех муниципальных районах публичных служб завершились, уже собрание депутатов идут. У нас тоже в районе публичных служб завершились. Да, сегодня информация просто. Большинство наших депутатов проголосовали против. Да неправомерно они вообще собрались. Неправомерно. И глава поселения обратно возвращает на обсуждение, на собрание депутатов этот вопрос. Да, хотели переиграть кого-то. Умные, может быть, мудрые люди. Не знаю. Я не говорю. Но такие неправомерные действия сегодня никто не позволит сделать. В остальных поселениях, в том числе большинство поселений, народ поддержал эти публичные слушания. Поддержал. И что отдельно сейчас Москва-Гасинское поселение не поддерживает и против проголосует? Кому от этого лучше станет? Скажите, с утра проснетесь после этого все преобразования. Кому это? Что, да, мы сельское поселение, такие деловые все, депутаты, значки сейчас корочками ходить будем. А что от этого толку? Кому от этого легче станет? Кто один? Легко, больше, ярче свет будет гореть. Всех опустить. Теплее я погода будет, снега меньше будет сегодня в эту зиму. Давайте я вам... Регламент установлю. Это преобразование. Ничего страшного. Дальше надо смотреть. Немножко через день. Немножко посмотреть надо. Что будем иметь? 30-летнего парня пришлет. Что будем иметь? Поэтому здесь, я вас прошу, потому что сейчас можно разыгрывать по-разному. По-разному разыгрывать. Вот об этом я хочу попросить, уважаемые друзья, потому что мы с вами много работы и будем делать еще, если возможность будет. Все же запланировали. И садик построили. И водопроводные сети закончили. И дороги начнем, которые не до конца еще не доделали. Поэтому, уважаемые жители Москвы, я вас прошу поддержать, прислушиваться друг к другу. Просто твоим вот немножко включить, не чужую мысль забивать туда. Не с интернета что-то вы увидели, либо с какой-то социальных сетей что-то прочитали. Просто мозги немножко включат. Для меня что изменится? В худшую сторону. Лично для меня. Тогда и принять решение. Спасибо. Конечно, давайте так, будем это самое, уважим Ростислава Николаевича. Алан Чумак Кашпировский перед ним отдыхает. Он умеет нормально, хорошо, доходчиво выступать. И как будто бы это самое все. Мы же не против, Ростислав Николаевич. Мы, никто не сказал, что мы против. Мы просто хотим подождать. Петр Валерьевич, давайте вместе с вами пол России изъездим и бедно узнаем. Где минус, где минус? Изъездим, потом поднимем этот вопрос. Это как раз время у нас есть в этот год для этого. Нет, мы успеем всегда, я думаю, значит, да. Теперь, значит, вы, Кирилл, это самое, то хвалите, то тут же говорите, ага, он ничего там, что там, он самое, вы его не трогайте, человек работает, вы зарплату больше, есть возможность, платите больше, тут это самое, почему вы не платите? А тут это самое, когда округ будет, глава муниципального округа отдельно может его премировать, сейчас нельзя. Не знаю, можно, не надо, премировать всегда можно, это можно, кстати, найти. Теперь по садику, знаете, я в чем? Потому что садик почему-то тянулся, я вам сразу объясню. Вот вы говорите, специалисты у нас в районе. Просто я говорю, там, у нас специалисты, значит, не того уровня. Во-первых, сначала, значит, медлили, потом попросили... Миллион замечаний пока поставили. Сейчас опять не дать мне замечания. Ну, специалисты, они, если высокого уровня, они без этих замечаний, гладко должны проходить этот проект. Я так считаю просто, потому что не говорите, что у нас тогда самые там специалисты лучшие. Вот и все. Ну а так вы сильно не обижайтесь, просто мы боимся. Боимся. Спасибо. Всего лишь. Может, 3 минуты? Нет, сейчас закончим.
Я как москвосинский депутат москвосинского сельского поселения. Народ против федерального округа. Потому что постоянно обещают, мы во всем поддерживаем, по сути, вам на выборах, но обещания свои не держат. Вот. Я предлагаю подождать, потому что обещания нужно держать. Дискуссию не развивать. Давайте по садику. По садику сегодня вопрос не касается. Все. Много по садику разговаривали. Да, тема болезненная. Да, тут есть мамы, родители, все такое. Понятное дело. Уважаем. Да. По счету садика, Ростислав Николаевич, потом, после публичного слушания, отдельно подойдем. Давайте вот Светлана Олеговна выступит. Светлана Олеговна, председатель собрания депутатов. Мнения у нас с ней разные насчет этого сразу. Добрый вечер, дорогие жители Москвосинского сельского поселения. Все вы на сегодняшний день меня знаете. Все мои заслуги в этом поселении, всю мою работу вы тоже знаете, какую я выполняю. Если кто-то там сомневается, что я ничего не делаю. Я делаю точно такие же функции, выполняю, как вот Ростислав Николаевич. Почти такие же. Говорить о том, что депутаты на сегодняшний день не работают, это вообще неуместно. В общем, я хочу рассказать такую интересную историю, которая, например, которая произошла именно вот со мной недавно. На сегодняшний день не все депутаты в поселениях осведомлены об муниципальных округах. И моя родная деревня – это Ильинское сельское поселение. Тамошние депутаты, честно говоря, не знали, не были в курсе. Они не знают на сегодняшний день ни плюсы, ни минусы. Будучи зная то, что я являюсь односельчанкой, естественно, они хотели узнать мое мнение, позвали к себе в гости. Не зная, откуда узнал этот район, каким образом, кто сдал оттуда, точно не знаю. Но так получилось то, что меня в этот клуб не пустили. Ладно бы меня. Жителей почему не надо было пускать? Был приказ, дан приказ не пускать ни жителей, ни меня. После этого была назначена встреча именно... После очень многих возмущений была назначена встреча, конечно, в администрации Ильинского сельского поселения, куда меня позвали. Мне позвонили... предупредили, потом я, конечно, вот в конце разговора скажу, кто предупредил меня. Лучше можешь поехать, можешь не поехать, там некоторые сказали, можешь поехать, в итоге дали знать, что лучше не надо. Выясняется, что меня там уже ждала полиция. То есть мне не дали высказаться там и не дали рассказать правду. Вот такой был случай. По поводу того, что вот говорят нам красивыми словами сегодня, общими словами, что будет хорошо, я вам могу сказать, у меня есть доказательства, что будет на самом деле плохо. Все общими фразами сказали то, что вот даже Ростислав Николаевич говорит, давайте съездим, объездим вот пол России и посмотрим. Не надо ездить. Я уже съездила туда. Я съездила 3 года назад. В Нижегородской области был создан муниципальный округ, городской округ. Буквально во вторник я туда поехала. Я поехала, честно говоря, вслепую. В одно из поселений я наткнулась на такое зрелище, что я не могла заехать в это поселение. Там водопровод был настолько печален, вода текла прямо на дорогу. На машине я не могла заехать туда. Я оставила машину на дороге и пошла пешком. Администрация там в плачевном состоянии. Я узнаю от жителей. Вода течет уже неделю. Вот это вот водоснабжение и башни там, в этом поселении, были в этом округе, были переданы МУП ЖКХ. ЖКХ не сегодня-завтра, как выясняется, обанкрочивается.
оно не справляется с этими работами. Как говорят, то, что зарплата повышается, я вам могу сказать, что она не повысится. Там тоже она не повысилась. Просто ее нету. Наоборот, даже ставки убрали, честно говоря. Что еще? Ремонтные работы. По водоснабжению они решили проблему так, что за воду они собирают с жителей 37 рублей. Я не знаю, сколько бы у нас, если бы передадут вот Захарову, у нас ЖКХ, сколько бы он будет собирать с нас. Но там люди собирают реально за куб они платят 37 рублей. Так что вы можете, честно говоря, как вот депутат районного собрания говорит, что забыть там и о коровах, а о том, чтобы как поливать, можете забыть, реально. У нас вода будет золотая. Так, что? Зарплата не повысилась, я уже сказала так. Бюджет поселения перейдет полностью в район. Они на сегодняшний день там очень зависимы. Они не могут ничего сделать. Если какие-либо ремонтные работы на сегодняшний день мы делаем прямые договора и ремонтируем, там этого приходится ждать очень долго. То есть район нанимает подрядчика, у подрядчика, естественно, нет столько техники, и он нанимает субподрядчика, и этому нет конца. Финансирования там просто тоже нет. Люди жалуются. Я непосредственно разговаривала с самими жителями. Там уже уплотнение, укрупнение идет настолько, что сельские поселения на другое сельское поселение вот перевели. Людям пожилому возрасту очень трудно ходить туда. Они вот так и говорят. Вот у нас, говорит, было вот сельское поселение, говорит, вот через дорогу мы, говорит, могли, говорит, за справкой сходить. На сегодняшний день они ездят куда? Это как вот, я не знаю, то же самое, Селинки до Маргауши доехать. Я уже не говорю о том, что почта работает. Почта начала работать там 3 дня в неделю. Если она тогда работала каждый день. Естественно, в другом поселении там тоже такая же ситуация, как у нас. Там нет, там также закрыли садик, начала молодежь разъезжаться. Поэтому я очень хочу, чтобы народ задумался. У нас и так садик закрыли. Я простить не могу, честно говоря. Я еще раз говорю, я вам не могу простить эти 8 месяцев, которые просто вы не могли решить проблему по переводу земель по поводу этого садика. Это почти год. Межевание, не перевод. Ну, межевание, пусть будет, это не важно. Но год. Год. Почти год. Почти год. За этот год можно было это сделать уже. Я не знаю, какие у вас там сотрудники золотые такие работают в районе. Округ будет, там сейчас все нормально станут. Да, наверное, они, может быть, поменяются, если не думать то, что хоть какой-то рубль добавится. Они очень сильно ошибаются, очень сильно. Если на сегодняшний день сельская администрация наша вот работает, она развивается, мы все это видим на сегодняшний день, что она только начала работать, и мы начали только благоустраиваться и развиваться. Зачем же сейчас вот в одночасье это все рушить, я не понимаю. Не могу. Закон еще он не принят, он просто его приняли к чтению. У нас закон позволяет это пока отложить. Пока отложить. Честно, да, выборы мы делали. Выборы мы нога в ногу шли. Прям вот у нас свой куратор был, это Тарасова Лилия Юрьевна. Прям она всецело помогала. Действительно, прям реально, я прям удивляюсь, патриотка района. Просто очень боится, что Ростислав Николаевич там уйдет и не доработает свой контракт, прям, который на сегодняшний день там до 2025 года. Пусть уж давайте, мое мнение, оставить так же, как есть, работать дальше с Ростиславом Николаевичем до 2025 года. Я надеюсь, свои обещанные слова они в конце концов выполнят. Садик нам построят. Директор школы найдет. Да, очень сильно у нас там проблемы сейчас вот и со школой у нас. Директора школы нету. Поэтому я призываю вас
Одумайтесь, нужна ли нам такая жизнь дальнейшая? Я вам рассказала правду, правду, которую живет жители Нижегородской области. Третий год, за три года этот округ у них там не заработал. Наоборот, деревни разрушены. Деревни я могу назвать, если надо. Такие есть, знаем, видим, работаем. Да, вот, видите, мне могут вот там, в принципе, я не дадут собрать. За свои деньги скидывают. А далеко ездить не надо, это Воротынский район. Да, люди скидываются и ремонтируют сами. Поэтому давайте не будем доводить нашу хорошую жизнь именно до такого состояния. До такого состояния, пока живут разы. Я призываю голосовать вас против этих округов. Понимаю, да, возможно, может быть... Руслан Николаевич, тоже понимаю. Ну, Лили Юрна Зенжин, Шотцер, прям вот невозможно переживать. Товар, лучше Шлезебедер как-то. Честно, глаза собой, Нижний не, Каймалы не. Вот Лили Юрна, что там голословно, если мы Кашказычурендер. Вот Кайза Бахта, пожалуйста. Всю правду, все. Я сама своими глазами видела, своими ушами слышала мнение жителей Воротынского округа. Так, публичные слушания мы предполагали до 19. Понимаю, нововведение, оно всегда настораживает, конечно, но я думаю, все же, наверное, нам стоит попробовать. Вот. И вообще, публичные слушания мы предполагали до 19 часов, сейчас 19:35. Сейчас публичное слушание закончим, и потом это... Подожди. После. Александр, давайте после. После меня. Слово. Александр, давай, подожди, я вот вопрос основной. Тут экспертов много выступало. Александр. Подожди. Давайте слово. Слово дайте. Слово. Сейчас вопрос зачитаю. Давайте. Местную жизнь. Давайте вопрос. Не закрывайте. Тоже кадр надо сделать. Давай 5 секунд. Ну не надо вот эта провокация. Все мне, блядь. Две минуты. Александр, 2 минуты. Давай, выступай. Нет, я хочу понять. Подождите. Федеральный закон первым чтением не принят. Есть переходный период. Специально депутаты Госдумы приняли такое решение, чтобы был переходный период до 1 января 2028 года. Правильно? Правильно. То есть это дает возможность сейчас. То есть Москва говорит о чем? Не надо ломать систему. То есть надо дать, чтобы депутаты доработали до 2025 года. Правильно? Если бы Москва хотела бы принять решение, что все, давайте депутатов убираем и никого не будет, правильно? Они бы сказали, все, закон принят и никаких гвоздей. Но специально федеральный центр дал переходный период до 2028 года. Поэтому сейчас не надо торопиться, нужно подождать. Посмотреть, как будет работать Шумерлинский округ, Красноармейский округ, изучить опыт и все остальное. Александр, еще пример. У вас в Чебоксарском районе не получилось провоцировать. Получится у нас там вы все. Сюда придете. Я говорю, у нас все получится, не переживайте. Еще раз говорю, у нас там все получится, не переживайте. Теперь, для понимания, Шумерлинский округ, да? Пожалуйста, создали и перед Новым годом китайская компания «Сычан Чуваши» обратилась уже с заявлением СК-1, СК-2. Понимаете, для строительства уже ферм. Понимаете? Только создали округ, пожалуйста, уже они хотят землю перевозить. Сейчас депутаты сельского поселения, есть
утвержден депутаты сельского поселения могут, на это собрание бюджет на решение принимать. Не изменять генеральный план. Депутаты, вы сейчас можете, да? Депутаты сельского поселения менять генеральный план. Потом этим будут заниматься кто? Депутаты муниципального округа. И ваше мнение, как депутаты сельского поселения, уже никто не услышит. Все, спасибо. Официально заявляю то, что были собраны письма против этих округов, подписи от жителей деревень. Здесь подписи набрано 413 подписей именно против этих округов. И почему я хочу сказать, что мнение большинства, у нас наше поселение, оно большое, мнение большинства учитывается, наверное, я так думаю. Мы все-таки, как-никак, народ Маргаушского района. Давайте регламент. Спасибо. Депутат, все, заканчиваем публичное слушание. Ставим вопрос на голосование. Все, прекратите. Пожалуйста, депутаты, Госсовета, остальные депутаты, ведите нормально себя. Вот. Потом, зачем нам все это, скандал? Давайте ставлю вопрос на голосование. Одобрить проект решения собрания депутатов Маскасинского сельского поселения Маргаушского района Чувашской республики о согласии на преобразование муниципального образования путем объединения всех поселений, входящих в состав Маргаушского района Чувашской республики, и наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием Маргаушский округ Чувашской республики с административным центром села Маргауши. Вот, ставлю вопрос на голосование. Кто за округ? Платчин. Посчитайте, пожалуйста. 5 человек. 2, 3, 4, 5, 6. Юра Шакеев, вы тоже за? Не, я камеру держу. Другой вопрос, спасибо. 6, 7 Шакеев. Кто против? О, молодцы. Кто считает? Все. Нормально, считай, пожалуйста. Ясно. Сейчас поднимаю, устал. Дальше. Все, проголосовали. Спасибо. Рекомендовать собранию депутатов Маскасинского сельского поселения Маргаушского района принять решение не преобразования муниципальных округов путем объединения всех поселений. Данные. Публичное слушание. И данный протокол публичного слушания будет... Количество сказали, что ли? Количество сказали? Публичное слушание будет поставлено на сайт и на вестник в течение 7 дней. И собрание депутатов в ближайшее время. Спасибо. Публичное слушание окончено. На Фейсбуке за вами слежу. Молодцы. Вы мне, как говорится, как человек симпатичный. Хотел бы спасибо. Свою признательность вам. Все слова. Спасибо. Берем. Возьмем. Сейчас подарить я положу. Молодцы. Все, молодцы. Молодцы. Так, может, маленький комментарий? Где? Здесь, да. Там? Давайте здесь. Ну вот вы здесь, сам как бы. Так, куда? Давайте вот так. Вот сюда. Ага. Так.
Добрый день, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, вот о сегодняшнем мероприятии и ваше мнение. Вам даже не дали возможность выступить. Вот смотрите, вы же увидели, как местное население поняло, что это для них... Это очень сильное сельское поселение. Здесь они очень активно боролись с китайской экспансией. Вот прям... Нет. Ну, это администрация борется. Здесь же пытались построить китайский молочный завод. И вот они 2-3 года назад они вот встали и фактически заставили депутатов местного самоуправления проголосовать против. Против. Позорник. Вот. Позорник, дайте интервью. Ну все, спасибо. Спасибо. Ходит гордо. Ага. Я здесь я. Ага, что, молодцы? Молодцы местные. Так, ну ладно, всем до свидания. Все, теперь Юлор. Ага, молодцы. Ну, еще одно поселение хотя бы, да? Но они же хотят отменить каким-то образом. Потому что на публичном слушании вчера прошло за больше. Нет, бюджетников собрали. Не вот надо мне говорить, бюджет, не бюджетники. Я там разговаривал с человеком, который там присутствовал. Просто это ничего не значит, что одни сидели. Надо было и других людей пригласить. Проблема в чем? Это тоже на сайте было объявление. Чувствую, придираться к такому к мелочи. Нет, здесь все равно молодцы собрались. Мы сейчас были в этом, как его? Ярабай-Касах. Народа не было? Нет, ну, вот видите. Там проголосовали за. В 3 часа. Там 48 за и 8 против. Там единственный, кто выступил, Молчалов.
А это Сидоров не выступил, что ли? Сидоров, кому, блин, не знаю. Сидоров не выступил, что ли, Эдик, сегодня? Молодец, молодец. Я не думал, что не прорвешься. Была, что? Молодец. Так, ну что, потихонечку, а тебя кормят. Давай. Все на машине одной, да? Так, где... Борис, ты один едешь, да? Ну, втроем ты уедем же. Ага, втроем. Куда? С кем? Чувак, Сары, ну, айда, карм. Айда. Сейчас это тогда выключу все. Выключу эфир.